полное описание и точно дата выхода 5 серии нового российского сериала «Спасская». 5 серия сериала выйдет 30 сентября на телеканале «Россия-1». 5 и 6 серия. Экскурсовод сочинского парка «Дендрарий» Наталья Нечаева убита в собственном доме. Оказывается, характер у женщины был непростой. У нее были конфликты и с соседом по участку, и с посетителем дендрария, дочь которого пострадала во время экскурсии, проводимого Натальей. Кроме того, недавно она поссорилась и выгнала из дома своего любовника Юзова, который не так давно освободился из тюрьмы. В ходе расследования выясняется, что собаку Нечаевой недавно отравили. Замок на двери ее дома был взломан, а из кухни пропал нож, который, по всей видимости, и является орудием убийства. Кто же свел счеты с женщиной? Все это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 5-я серия сериала «Спасская» выйдет на телеканале «Россия-1» 30 сентября. Нравится сериал? И ждите выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.